Итак, друзья, всем привет! Вы на канале Агапа ТВ. И сегодня уже на дворе у нас конец апреля, и весь этот коронавирус, но мы все равно, как видите, катаемся. Выехал я уже давно, и где-то порядка месяца уже я катаюсь. Но видос все об этом так не снимаю. Сегодня я вам расскажу, что я поменял к началу сезона, и разберем их стоимость, и скажу, что еще буду докупать, что не буду докупать. Погнали! Первым делом мы поменяли цепь и звезды. Вот эта вот задняя звезда мне обошлась 450 рублей. Цепь я купил за тоже, по-моему, 450 рублей. А переднюю ведомую звезду я купил всего лишь за 100 рублей. Так-то. Вот, друзья, еще я заказал с Алиэкспресса вот такие вот крутые поворотники. Ссылка будет в описании. Поворотники мне обошлись всего в 350 там с чем-то рублей. И сейчас вы видите, вот кто подписан на мой инстаграм. Кстати, подписывайтесь на инстаграм. Вы видите, какие у меня были поворотники и какие стали. Те, кто подписаны на инстаграм, они это видели еще где-то в марте. Но те, кто не видел, вот смотрите сейчас. Первый выезд, друзья, у меня прошел совсем не так, как для многих. Почему-то я в течение дней, наверное, 7 ходил, его подготавливал. Когда произошел момент первого выезда, и как раз у нас закрыли все в нашем городе, потому что ебаный коронавирус наступил. Вот, но мы не отчаялись, я приехал в нем домой, и там кое-что доделал. Я установил, когда приехал домой, установил одну прикольную такую деталь на мотоцикл. А что это за детали, вы увидите в следующем видосе, который выйдет через дня 3, наверное. Это очень даже нужная деталь. Я уже этой хуйней пользуюсь где-то месяц. И она как бы очень нужна, так что переходите по ссылке в описании и ставьте колокольчик и ждите видос. Что-то какую-то хуйню сказал. А также, друзья, сколько мы откатались, мы даже один день уходили от погони полиции. Сейчас я это все вставлю в видос, как бы там один из очень даже веселых дней катанули. Так что смотрите, наслаждайтесь, также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не дизлайки и жмите колокольчик. Всем пока. Давно мы тебя ждали. А что ждать? А по-твоему я на районе движусь устраиваю.